22 июня на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России на границе с Украиной произошел пожар. Об этом сообщили российские СМИ. Пожар охватил территорию в 50 квадратных метров. По сообщению местных властей, пожар начался после падения украинского беспилотника. А на территории завода найдены обломки дрона «Камикадзе». Представляем вам кадры пожара.